муковисцидоз, инфекции дыхательных путей, простуда, затяжной кашель. Есть решение. Колистин – антибиотик для ингаляционного применения. Вот что говорят о препарате покупатели. Я использовала колистин по назначению, для лечения затяжной простуды и кашля у ребенка, так как другие препараты оказались малоэффективными или неэффективными вообще. Среди положительных моментов стоит отметить быстрое действие лекарственного средства. Результат стал заметен через несколько дней использования. Удобно проводить ингаляции, особенно ребенку. Упаковки хватает на курс лечения. Колистин помог вылечить длительный кашель. Главное – соблюдать все рекомендации врача. Удобно проводить ингаляции в домашних условиях. При соблюдении инструкций, побочного действия препарата не проявляется. Результат появился через 2 дня после применения колистина. Курс нужно довести до конца. Рекомендую средство всем. Препарат выпускается в виде порошка для приготовления раствора для ингаляций. Колистин назначают при лечении инфекций дыхательных путей, включая муковисцидоз. Лечение антибактериальными средствами всегда строго индивидуально. Режим дозирования зависит от типа заболевания, возраста и состояния больного. Перед применением изучите инструкцию колистин. Для терапии муковисцидоза назначают от 1 до 6 миллионов международных единиц в сутки, за 2 приема с перерывом в 12 часов. Курс лечения может длиться от 3 недель до 3 месяцев и более, в случае хронической формы. Больной должен находиться под постоянным контролем специалиста, особенно при первом применении препарата. Возраст до 6 лет и гиперчувствительность к колистину – основные противопоказания для приема препарата. С осторожностью назначают во время беременности, при заболеваниях почек и бронхиальной астме. Цена на колистин в интернете, как правило, ниже, чем в аптеках. Ссылку для заказа препарата я оставлю в описании. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если оно вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Обязательно подпишитесь и включите колокольчик, мы регулярно публикуем новые видео. На сегодня все, удачи всем, пока-пока.